I wasn't expecting that Engin's gonna invite you back. Я не ожидал, что Engin будет спрашивать тебя возвращаться после прошлого раза, то, что ты делал с ним. Я тоже думал, что я не приеду. Но Engin позвал, предложил, я согласился. I also didn't think that Engin's gonna invite me back for since the last time, but here I am. You will have a match under 85 kilos, but you weighed in at 75. У тебя будет матч на категории 85, но ты завершила за 74. 74,5 где-то, да. Do you think that's gonna change something in a match, or it doesn't matter? Ты думаешь, это будет каким-то фактором, или все равно? Ну, в любом случае, 10 килограмм разница есть, но я настроен позитивно. I think 10 kilos will make a difference. It should make a difference, but I feel positive about myself. Do you think the match is going to go inside because most people are expecting a hook war? Ты думаешь, матч будет пойти внутри в круг? Я думаю, в любом случае мы сможем закрутиться, но у меня немножко... Учитывая то, что он тоже крюковик, я думаю, в любом случае это неизбежно. Just by knowing that he is also a hook puller, I don't think it's inevitable we can end up in a hook. Have you watched his matches? Have you did your research for Adam? Ты видел матч от Адама? Ты знаешь, что он делает на... Я видел, как он боролся с Бежедаром. Исключительно лез в крюк. И, ну, очень сильно было, потому что Божидар чемпион мира, 80 килограммов, и он так достаточно уверенно выиграл. Ну, не факт то, что Божидар был в своей лучшей форме, этого знает только он, но в любом случае достаточно уверенная была победа у Адама. I watched his match with Божидар. That was very impressive showing of inside power. Божидар is multiple time world champion. We don't know if he was in the greatest shape or not, but that's for him to know. But still, it was very, very impressive. I wanted to ask you this match, or they offered this match to you because Engin wanted Adam to pull. But would you still stick to 75 kilo class and maybe challenge Daniel Prokopchuk there? So, Engin тебе дал этот матч, потому что он хотел, чтобы видеть, что Адам там, ты там, но ты будешь остаться 75 килограмм категории, может поиграть, кто там, Данил Прокопчук или Нурдаулет, и не пойдешь выше. Нет. Наверное, я выше не пойду, потому что вес мой, вот даже самый максимальный вес был 82 килограмма. Во время пандемии, а так в среднем вес держится 78, поэтому я не вижу смысла подниматься выше. 3 килограмма — это весозгонка не такая уж и большая. На данный момент я думаю, что пока я останусь 75. Arthur said that his top weight of all time has been like 82 kilos, and all the time he's working on 78, and he cannot gain, and this is the weight class that he wants to stick in, 75, and challenge the guys there. There's also the big match, and you met Devon and you met Hermes. Who do you think is going to win? Ты видел Девон, ты видел Эрмеса. Как ты думаешь, у кого лучше шансов выиграть этот матч? Ну, учитывая то, как Эрмес беспроблемно поборолся в предыдущем армфайте, я думаю, он будет, так скажем, лидером в этой паре. Но очень хотелось бы увидеть все-таки, чтобы борьба была немножко затяжная. Я очень надеюсь, что у Ларата получится зацепиться. Но в любом случае фаворит здесь Эрмес. Just by his last showing, Эрмес looked unstoppable and insane. I hope this match will be a little longer. Devon will find a way to stop it down. But I also think Эрмес is a clear favorite in this one. Thank you and good luck. Спасибо. Удачи. Спасибо.